Здравствуйте. Родители, чьи дети родились с 33 по 45 августа, просим срочно зайти в наркоконтроль. Понятно. Тут знакомый таксист рассказывал, что у него после прививки дед умер. Не важно, что через 70 лет после этого. Но, в общем-то, он прав. Уже месяц с девушкой на отдыхе. Начинает казаться, что меня зовут с фоткой. Дед Петруха долго и внимательно смотрит на свою располневшую, постаревшую, подурневшую, неухоженную старуху и говорит: «Матрёна, я, кажется, люблю другую женщину». Матрёна говорит: «И кто же она?» Дед Петруха говорит: «У меня есть ее фотография». Матрёна говорит: «Так это же я 20 лет». Дед Петруха говорит: «Вот». А если... Самым коротким сочинением на тему «Мы в гостях у бабушки» было такое: мы приехали к бабушке, а она нам не открыла. При открывании зубами бутылки шампанского первое, что приходит в голову, это пробка. Пора уже понять и принять. Благородная миссия сборной России по футболу — сделать счастливыми целые страны. Не всем это удается. Целые страны. Бесконечно можно ждать, когда рак на горе свистнет, или петух яйцо снесет, или когда сборная России выиграет чемпионат Европы по футболу. В ресторане два парня наблюдают за двумя девушками. Один говорит: «Может, подойдем, познакомимся?» Другой говорит: «Да, только чуть позже, пускай сначала расплатятся». Раньше мы были бедные. Сначала мы боялись ковида, потом мы боялись прививок. Теперь надо бояться тех, кто привился. Они будут свободно ходить по стране без масок и толпой и будут растаскивать свой вирус. Корреспондент берет интервью и у Пеле. Как вы думаете, сборная Бразилии 1970 года смогла бы выиграть у сборной России, которая сейчас? Пеле говорит: «Конечно». Корреспондент спрашивает: «С каким счетом?» Пеле говорит: 1-0. Корреспондент спрашивает: «Всего-то?» Пеле говорит: «Ну, понимаете, многим из нас сегодня уже за 80. Подписываемся, кликаем на колокольчик.